Так, это дубль 2, 21 и... Какое и? А. 21 и А. 21 августа 2021 год. Харьков. 22.11 по Киеву в Харькове. ИСО 125 выдержку. Ах ты моя золотая. Полнолуние у нас завтра, но я готов считать ее там полнолунием. До завтра у нас осталось 2 часа. Это вообще... несущественно, мне кажется. Слушай, я попробую сейчас. Ой, хочется мне на Сатурн попробовать навестись. Ну давай, попробую. Если нет, посмотрите минутку темного экрана и все беды. Ничего страшного. Может, прицелюсь, попаду. Ёлки-моталки, по-моему, попал. Сейчас. Сейчас. Ребята, я его вижу. Отпустите овчарочку. Я уже с ним разговариваю. Ну что, я понимаю, что на экране это будет очень все мутно. Ну, темно это будет. Не мутно, а темно. Но при таком ИСО наилучшая контрастность, четкость линии меня просто воодушевляет. Не буду я 1 345 000 000 километров до Сатурна. Зафиксировали его, что не может не радовать. Сейчас Луна как раз между... Ой-ой-ой, а у нас-то Юпитер закрывается облаками. Минута делов, ты представляешь? Не, ну Юпитер-то мы точно найдем. Его даже через облака видно. Вот он. Минута делов и уже облачно. Ну не буду жаловаться. Ой, не буду жаловаться. Вообще были сплошные облака. И намека не было на просвет. За полчаса открыло нам небо все свои сегодняшние красоты. Не, ребят, это туча. К сожалению, наверное, буду я пока снимать Луну. Есть у меня веские основания предполагать, что через минутку-другую это облако уйдет в сторону. Я таки доснимаю экваториальные полосы на Юпитере при таком ИСО. Спутников Галилеевых мы не увидим, а вот экваториальные полосы как раз таки хотелось бы поразглядеть. Сейчас я на полный экран нашу красоту дам. Ты ж моя ненаглядная, а? Триста 75 000 километров, по-моему, сейчас до Луны.
Да, ветерок вот стих, сейчас только начинается. Луна как раз вне зоны облаков, сейчас и мы ее видим. Ну, кристально чисто, по крайней мере, из того, что я наблюдаю в окуляре. Ну, аж ты красотка. Наверное, я увеличу. Выдержку, потому что есть подозрение, что на экране это будет много темнее, чем в окуляре. Вот кратер Платон, 100-километровый, очень классно по нему ориентироваться. Но вот интерес возникал, что можно этим фотоаппаратом увидеть на Луне. Вот, пожалуйста, вот это 100 километров, вот эта блямбочка. Ну, я думаю, 5-километровые какие-то объекты можно увидеть. О, облако и на Луну находит. Ай-яй-яй. Да. Все, видно, что облака уже пошли. Все-таки не в ту сторону ветер. И не то, что Юпитер откроет, а Луну сейчас нам закроет. Ну, не буду я жаловаться. Он еще у нас кратер с пиптиком вверху. Надо где-то записать название. Кратер с пиптиком. Кратер с пиптиком и блямбочки. На Юпитере. Хорошо, посмотрим на Сатурн, как сможем. И, наверное, третий дубль сделаю с максимальным ISO 6400. Будет видно окружающая обстановка. Поля. А это где? Стесняется Юпитер. В противостоянии от нас спрятался за облаками. И сейчас явно не хочет. По-моему, даже через облака экваториальные полосы видны. Это ветер, ребят, это не я, не мои трясущиеся руки. Ну вот я сейчас, конечно, вам на экране не будет этого видно, но я слева вижу Ио, слева вижу Европу и Ганимед, и вижу очень классный экваториальный полос. Ох, я надеюсь, вам хоть что-то будет видно. Из всего этого великолепия. Сейчас я резкость попробую. Очень шикарно вижу сейчас полос экваториальный. Просто красота. Ой, ну темненько, темненько, да. Хорошо. Ну, я должен был снять это все с ISO 125. Иначе себе просто бы не простил. Сейчас будем на более удобоваримых для просмотра светочувствительностях снимать.
когда Луна меняет цвет, это я меняю просто выдержку. Для того, чтобы нам было видно все почетче и поконтрастнее. Ёлки-моталки, приехал я отдохнуть, называется. Попал на полнолуние. Кто-то в Библии море раздвигал руками. Моисей, да, а я тут облака руками развел. Я не знаю, приехал в Харьков и разогнал тучи. Надо пойти попробовать. Курсы, кто там? Моисей, кто такой? Пророк? Ну ладно. Не принципиально. Воду, вино. А это уже не буду. Это уже. У меня пока получается только вино в воду. И то не идеально чисто. Хорошо. Не буду ничего трогать. Да, Сатурн тоже за облаками. Ах, как жаль. 22-22 по Киеву, Харькове, очень хорошо. 21-21, то есть 21 августа 2021 год, 22-22 по Киеву, Харькове. Через полтора часа полнолуния, но мне и так нравится. О, Аристарх заскочил на огонек. Это надо видеть. Я сейчас это покажу. Какая сплошная, елки-моталки, везде облачность. Надо мной слева, справа, сзади, кругом. Но Луна, Юпитер, Сатурн, любуйтесь, ребятки. Ох, не спать мне сегодняшнюю ночь. Какая красотень. Да, что-то тут нездоровое в этом восхищении есть. Огромным камнем в 400 тысячах километров над тобой, освещенным полностью солнцем. Это вызывает восторг, восхищение. Надо к врачу сходить. Хорошо, сейчас будет дубль третий.